Так, ну что, друзья, наконец-то добрался к стримам. Что-то один раз пропустил денек, уже все. Уже такое чувство, что я не знаю, как будто меня месяц не было. Привет, Димана, Масада, Никита. Здорово, ребятки. Да вот, к сожалению, так получилось, что один стрим по плану уже пропустил. Но сегодня все в силе. Сегодня я наконец-то в настроении, готовый двигаться дальше в проекте. Да, можно сказать, полосатый сегодня. Наконец-то у нас наступила нормальная осень. Наступила нормальная осень, холодная, дождливая, ветреная. В общем, такая, как и должна быть. Так, ну название вы уже видите. Начнем сегодня с геймбоя. Планировал я еще в прошлый раз это все пройти, но раз так получилось, будем сегодня это все побеждать. Нет, Димана, не так. Отопление дали, да, но что-то у меня с батареями тут проблема на кухне. Нормально комнаты еще не отапливаются. Но это не так страшно на самом деле. В принципе, дома тепло. В принципе, нормально. Здорово, мульти. Так, ладно, будем начинать. Будем начинать, потому что 5 игр сегодня, как минимум, по плану. Так, где тут у меня таймер-то? Вот я говорю, ребят, вот всего неделю буквально не был, или сколько там. Уже все позабыл. Так, запускаем время. Времечко не ждет. И первая игра на сегодня. Есть тут заставочка. О, Андрюха, наконец-то! Пропажа объявилась. Привет, кирпич. Том Сойер, здравствуйте. Без пошлости, ребята. Игра называется Tracks. Не надо тут ничего придумывать. В статистику она еще не входила. Илюха, здорово, Селсонс, привет еще раз. Такая бодренькая заставочка. Один танк против целой армии. По-моему, что-то еще сейчас будет. Да, вот тут типа сюжета нам показывают. Враги сожгли родную хату. Взрывы, вот люди какие-то бегут. Чуваши в командировке был, но с центом так и не получилось выпить. Блин, Андрюха, сочувствую. Было бы круто, конечно, если бы вы с ним увиделись. Пока что с центом я знаю, что Тимощук увиделся. Твич вчера отрубил выбор качества. Я не знаю, мульти, от чего это зависит. У меня вроде нормально все. У тебя все норм. Ну, все замечательно. Посмотри, может, еще вернут. Рюски, привет. Как минимум 5 игр, ребятки, сегодня по плану. Еще раз извиняюсь за то, что не получилось у меня. Main game, тут уровней сложности нет. Первый этап. Какие-то земли. Зеленые земли, короче. Игруля бодренькая на самом деле. Было дело, когда-то я играл в нее. Вообще, я про нее случайно узнал у Бараса. Есть такой ретро-стример Барас. Ну, он в основном ретро-стримит. Тоже у него всякие проекты свои. Жук, привет. Надеюсь, сегодня никто не против, что я рано начал. Все-таки суббота, я подумал. Большинство же из нас белые люди работают по графику до пятницы. И решил сегодня пораньше начать. Завтра, в принципе, тоже буду. Тоже планирую пораньше начать. Завтра воскресенье. Завтра уж тем более народ должен дома быть. А по будням, конечно же, вечером буду. Почти накидался, пока ждал. Да, ладно, Жук, я и так рано сегодня объявил о стриме. Когда ты накидаться-то успел? С утра, что ли, уже? Блин, мощно, мощно. Идиотская идея с рекламой. Идешь на стрим, который в прямом эфире идет. Тупо ждать, пока не закончится. Меня это тоже бесит, Селсиус. Когда заходишь на стрим и начинают тебе там купите то, купите это. Вот там какая-то трансляция начинается. И все в этом роде. Заходите там, все дела. Меня тоже это напрягает. Я прекрасно знаю, что мне надо. А тут начинают всякие умники советовать. Куда мне зайти и что делать надо. Виталий, приветствую. Поздравляю, Виталий. Сегодня будет сыгран твой реквест. Спасибо, что написал в теме игры, которые у тебя были в детстве.
5 игр, ребятки, по плану сегодня, как минимум. Начинаем скромненько с геймбоя. Так, ладно, это оружие оставлю. Так, это типа первый мини-босс, кстати. Дримсонг, привет. Привет, мой верный зритель Гудгейма. Пока что, извини, Дримсонг, не получается никак мне на Гудгейм народ заманить. Так что, если что, ты в общий чат поглядывай. Ребята в основном на Твиче, на Ютубе сидят. Хотя вот мульти недавно заходил на Гудгейм. Так, что тут? Ой, что-то враги самоубиваются, кошмар какой-то. Не, все-таки бодренькая, бодренькая игрушка. Будет хорошо, если сегодня нормальненько пройдется все. Благо, погода теплая, на море ходили. Ну вот, жук, а у нас, как я уже сказал в начале стрима, у нас уже все, конкретно осень наступила, уже никуда от этого не деться. Хотя, я не знаю, вот некоторые люди жалуются, вот осень там. Андрюха, спасибо еще раз с возвращением. С возвращением из командировки. Заходи почаще. Уж тебе это точно всегда рады. Не только из-за этого. Ты помнишь, как мы раньше сидели? Было время. Блин, потормаживает, что ли, игра? Спасибо, Андрюх, еще раз. Вы приближаете локальные кооперативы с вором. О, жизньку взял. Справа полоска здоровья. Пока у меня неплохо получается. Ну, сильно буллетхила здесь нет в игре. Пока меня особо никто не дамажит. Общее количество жизней тоже изображено танком. Вверху экрана. Удобный экран такой, не сильно загруженный. Все самое необходимое написано. Короче, на чем, ребят, я остановился? По поводу осени. Многим осень не нравится. А у меня, как ни странно, это любимое время года. Вот кто бы что ни говорил там про лето, я все-таки осень больше люблю. У меня лето слишком кипишное время года. Заболел, блин, Илюх, сочувствую. Не люблю болеть, вообще ненавижу. Ничего не имею против тех, у кого другое время года любимое. Это понятно, что у каждого. Плюс один за осень, спасибо, Люська. Ну, первый босс, кстати, тем временем. Какой-то меха-дракон с боксерскими перчатками. Опера как-то через раз блочит. У меня вроде нормально все. Все, первого босса замочил, вынес. Privacy Badger стоит. Баннер. Баннер орезки часто портят сайты. Разленился конфигуре, типа удалял. Меня, не сказать, что шибко реклама одолевает. Но бывают неприятные моменты, когда прям начинают задалбливать этим. Так, нифига себе оружие, у меня еще чужие выстрелы покрывают оно. Лучше все разбивать на экране, потому что неизвестно, где жизнь может появиться. Но, как правило, оружие в основном. В основном оружие какое-то кладут. Не знаю, буду ли я все оружие показывать. Пока, в принципе, вот этим доволен. Пока не вижу смысла оружие обновлять. Плюс один за лето, Илюха пишет. Лето, весна, осень, зима. Топ времен. Илюха, мы с тобой вообще не похожи, кстати. У меня осень, зима, лето, весна, кстати. Если тебе интересно, конечно. Масада пишет, тоже осень любит. Замечательно. А нас, оказывается, не так-то уж и мало, кто осень любит. Причем, ребятки, мне осень любая нравится. Дождливая, сухая. Конечно, если будет много снега, у нас в Сибири климат такой неприятный. Бывает, уже в октябре снег выпадает. Тогда, конечно, немножко неприятно становится. О, еще одна жизнь. Замечательно. Серега, привет. Спасибо, что зашел. Жига с тобой, понял. Спасибо за поддержку. Продолжаем проект. Немножко даже соскучиться успел. Вот я говорю, ребят, вроде меня не было тут вообще ни о чем. Но опять эта загруженность долбанная. Умудрился застрять у родителей. С интернетом, к счастью, у меня все в порядке. Я помню, вы писали, думали, что с интернетом проблемы. Нет, ребят. Проблемы типичные для России. Дураки и дороги. Застряли с отцом при выезде из... При выезде от них. Ёжик, приветствую.
по барабану, какое время года, лишь бы... Ну, ежик молодец, позитивно настроен. Ну, немножко странное сравнение, деньги и время года. Так можно некоторые разные вещи посравнивать, и ясное дело, что деньги в плюсе будут. Блин, неприятненькое оружие взял, ну ладно. Тут какой-то наш двойник. Быстро я его замочил. О, не, нифига не быстро. Нифига себе он что вытворяет. Какое-то двустороннее оружие взял. Местами, я думаю, тоже пригодится. Нормально. В августе родился. У меня в декабре день рождения. Вот вроде, знаете, так еще прилично по времени. А с другой стороны, до декабря-то тоже уже маленько остается. Так. Это что такое? Что-то понавылазили. Блин, все врагами усыпано, кошмар. У меня в марте. Все лучшие люди родились в декабре. Че, Димана тоже в декабре, что ли, родился? По гороскопу Козерог. Хотя я не особо в эти приметы верю. Вот мамка у меня почему-то... Не то, что прям следит за этими гороскопами, но частенько подсчитывает на досуге. Я особо в эти приметы не верю. Там, знаете, вот эти лунные сутки, там, благоприятный день, неблагоприятный. Меня это как-то особо не волнует. Человек сам должен создавать свое настроение. Не забывай про Ultimate Stuntman, буду ждать. Это все решится на голосовании, Серег. Реквесты пока выношу на голосование. Бывают редкие случаи, когда что-то попадает, что я хочу сыграть, и это есть в реквестах. Вообще, как правило, на голосовании судьба решается. Немножко подзавис я с реквестами, если честно, уж извиняйте. Нифига это что такое. Баки Охара зависла. Ее ноет надо проходить, без контов. Какой-то босс непонятный. Гигантский робот. Это странно передвигается. Ой-ой. Все-таки успел меня задеть. Только на много лет раньше. Тихо. Пьяный космонавт. Так, ну как-то правда странно передвигался. Это непонятно. О, тройное оружие вернул. Неплохо реализовали для геймбоя, что пространство хорошо так разрушается. Достаточно неплохо. Почти все объекты можно уничтожить. Кусты, враги, камни. Блин, что-то какое-то дырявое оружие на самом деле. Вроде три стороны стреляет, или я просто так не попадаю. Так, а это что меня там задело? Нифига себе. И немножко неудачно сделано, мне кажется... Реализация прокрутки вот этой пушки. Почему-то можно только в одну сторону крутить. Вообще не помешало бы, чтобы в другую можно было. Пещера какая-то. Ой-ой-ой, нифига себе. Тоже к стриму боссец готовился, накидался лишку. Да, было бы забавно, если боссы в игре знали, когда будет стрим по их играм. И заранее готовились ко встрече. Учили тактики против стримеров, там, как надо выступать. Что можно применить. Это было бы забавно, конечно. Так, ой-ой-ой, это что такое? Нифига себе, он меня просто вынес. Надо понять, как он катается. Интересно, дамаг идет, пока он закрытый? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что творит. Да, походу шел. Походу дамаг получался. Дата какая? 22 декабря. У меня Масада 22 декабря день рождения. Почти Новый год. Нифига не шмаляют. Нифига себе. Ой-ой-ой. Вот, прокрутка немножко неудачно сделана, про что я говорил. Мне бы оружие какое-нибудь подобрать. Блин, там машинки. Они могут оставить что-нибудь. Назад нельзя вернуться? Не, нифига. Да, оружие осталось, ну ладно.
Пока вроде не смертельно. Да что тут творится? Да, надо отсюда слазить, короче. Мортиру здорово. Да вот, начал наконец-то. Ой, еще жизнь нашел. Сегодня наконец-то у меня получилось выйти в эфир нормально, без всяких заморочек. Единственное, наверное, все-таки непривычно для ребят, что я так рано вышел в эфир. Но я подумал, суббота все-таки как бы считается выходной день. По будням, конечно же, вечером будут эфиры. Нифига, вагонетки какие-то. Тут что, наверх, наверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще убивают. Вообще уничтожают. Самое интересное, как обычно, я припас на попозже. Три игры на Мегадрайв планируется. Некрасиво босс появился. Блин, что-то меня этот босс напрягает. Тихо. Блин, прям перед лицом вылази. Ну что, он готов, что ли? Отлично, замечательно. Приветствую, леди. Привет. Так, тем временем четвертый уровень. Смотрите, все можно разрушить вообще. Все дома, кусты, все уничтожается. Мотоциклисты какие-то... другой игры, что ли, приперлись. Ладно, пока неплохо. Музончик бодренький играет. Это что такое? Нифига себе. Так, а вот их оружие я не очень-то и пробиваю. Так, ладно, канистра пополнения здоровья. Примерно 3-4 выстрела могу пережить. После этого быстро очень жизнь забирают. Мотоциклисты-самоубийцы. Прям как в реальной жизни все. Ушанка. Андрюха продолжает свою традицию. Ой, я тем временем еще одну жизнь нашел. Вот почему я говорю, что лучше в этой игре все разбивать. Неизвестно, где что найти можно. Ой-ой. Ой-ой, сейчас чудом не задело. Тихо. Привет, Гаррет. Ну вот, основные все ребятки подтянулись. Все основные в сборе. Кого нам на Твиче? Новатора не хватает? Привет, привет, Гаррет. Здорово. Ой-ой-ой. Дэмиан Де Лессард еще может подтянется. И тогда точно все в сборе будут. Любовь меня не греет. Вот теперь все, Шигон, привет. Про тебя не успел вспомнить. Спасибо, ребята, что нашли время. Нашли время зайти. Завтра, скорее всего, тоже в это время примерно будет стрим. Может быть, чуть пораньше, может, чуть попозже. Если бы сегодня не ночная смена, я бы, может, попозже эфир, в эфир вышел. Но, к сожалению, работа остается в приоритете. Это что за дирижабль? Гаси ракетами шмаляет. Спасибо, что нашел время постримить. Ну, хоть кто-то тоже поблагодарил. Так. Угомонись, одни стримы. Да нифига, Мартирус. Одни стримы не получается. В прошлый раз не получилось. Сегодня, ну не сказать, что под вопросом был. Да блин, заколебал этот дирижабль меня шмалять. Когда он уже пропадет. О, здоровье. Отлично. Надо стримить Мартирус, потому что проект серьезный. Желательно из графика не выбиваться. Да что ты прям в меня кидаешь? Блин, против целой армии приходится противостоять. На каком-то маленьком танчике. Все, взорвал этот дирижабль наконец-то. Ой-ой-ой. Ой, кошмар какой. Что прям перед лицом мне кидают? Фига рассыпуха. Фига себе.
Да, Андрюх уже замочил. Прорываемся. Ой-ой-ой. Фига мне там оружие насыпали. Статуя какая-то, наверное, главбосса. Скульптура была. Так, тут что? Да это рассыпухой сложно назвать, муки. Что-то... Что-то как-то непонятно, что стреляет. Так, главное, чтобы меня не задавил сейчас. Ах ты, блин, попал все-таки. Да, дирижабль. Видать, это его слабое место было. Тихо-тихо-тихо. Враги здесь просто самоубийцы какие-то. ДД 4 раза пробовал. О, кстати, расскажи, Димана, чем дело закончилось. Вчера же Дэвил хотел Battle City 70 туров не пройти. Это же моя больная тема, вы же понимаете. 4 раза пробовал покорить, но увы. До какого уровня Димана он самое большое добирался, не помнишь? Первая попытка до 56-го была лучшей. Ну, как обычно, как это часто бывает, первая попытка оказывается самой лучшей. Да что ты пока развернешь эту пушку, он уже... Тихо. Блин, опять попал. Продрых все. Сейчас время такое, Гаррет, время сонливое. Осенью часто будет хотеться там поспать лишний часок. В этом ничего такого нет. Так, дальше, дальше прорываемся, не тормозим. Ой-ой-ой. Пожалуй, вот это самый легкий босс, если я его еще сразу заметил. Главное его пропеллер отбивать. О, все, уже готов. Эта игра лучше, чем Battle City. Да я думаю, Гаррет, неуместно сравнивать. Хоть здесь тоже танки. Боссы его там убивали. Вообще, я тоже удивился, что Серега взялся за восьмой уз. Он же много какие не проходил из номерных. Это танк, оказывается, да, Жук? Робот-пылесос. Ага, Кёрхер. Я играю за пылесос какой-то. Нифига себе пылесос, целую вражескую армию уже уничтожил. World of Tanks начал играть, ИС там есть. Не, Андрюха, он играет чисто ИС-8. Мне больше нравится называть УЗ, но правильно все-таки ИС будет. Ой-ой-ой. Блин, я с обычным оружием добрался. Добрался с обычным оружием до босса. Нравится серия УЗ. Так, а здесь, а сейчас куда? Ага, все замечательно. Это что за хохол? Я не знаю, Масада. Видимо, лидер этой вражеской вот этой вот. О, ему бомбу можно взрывать, оказывается. Круз писал, что это доктор Марио вообще. Что он на доктора похож. Ой. Разным оружием стреляет. ИС-8 совсем другая игра. Да блин, смотрите, он все появляется и появляется. Никак угомониться не может. Кошмар. Кучин. Кидается картохой. Но есть что-то такое. Чем-то бросается. Бьет так больно неприятно. Все, готов. Готов. На молотке надпись «Сдаюсь». Интересно, он заранее уже готовился к тому, что откинется. Так, что там 22:30? Замечательно. Замечательно. Из сала лепит танки, из вареников. Что, серьезно, на Лукашенко был похож? Я что-то сильно не приглядывался. Мне кажется, все-таки больше на Марио. Так, ну это, по-моему, финальная заставка уже.
А, наконец-то долгожданная 25-я игра. Наконец-то, блин. После 10 часов мучений в Градиусе. Я немножко соскучился по счетчику. Отлично, 25-я игра, замечательно. Да, мульти, это был финальный босс. Надпись «Конец», кстати. Поздравляю. Спасибо, ребят. Все, наконец-то счетчик сдвинулся. За 25-ю игру, ребятки. Пью я традиционно из своей фирменной кружки. Да, Андрюх, все верно. Но я все-таки по-другому называл название игры. Все-таки там окончание немножко по-другому читается. С трубы пока, да, пока никого нету. Вначале Том Сойер поздоровался, Серега зашел. Но пока ребятки, видать, заняты.